тараканчика запустили к солдатам. Солдаты обрадовались, пошли охотиться. Тараканчика, конечно, жалко, но он обречен. Он полез наверх, и тут они сейчас к нему все придут. Тут у нас следует новое место. А солдаты уже его почувствовали. Он даже сам первый подполз к муравью. И сейчас вот как они прыгают. Вот это прыжок. Тут же еще один подходит. Второй. Так. Вот они очень круто прыгают. Говорят, если они укусят человека, у человека аллергия, то это прям опасно. Вот, они, смотрите, попками покручивают, чтобы там какую-то кислоту сболтать. И это значит, они готовятся к нападению. Сейчас как прыгнет. Вот такие жестокие игры.